Okay. What does subject of your conversation and chat roulette? Everything. Okay. Car, medicine, politics, everything. Okay, you may ask me any question if you want. Where are you from? I am from Toronto. Oh yeah, but I can see the Russia. Russia is VPN. Spy man, you know? Yeah, I am a blogger. You're a blogger? Yeah, a blogger. Давай тогда по-русски за блогер. Да, давай по-русски, задавай вопрос. Ну, какой вопрос? Вопрос. Вопрос такой, что, сейчас, ну, вообще, у вас-то блоги вы ведете на тему. А? На тему-то какую-то ведете блоги? Давайте уже вам поспособствуем, ну, чтобы не выходить из этого. А что вы там настраиваете? Погоду, что-то у меня телевизор стал сбиваться, HDMI, звук сбивается. Настраивает, да. Ну, повтори вопрос, если какой был. У меня, кстати, тоже это, HDMI, звука на телевизоре толкового нет. Может, там уже засорилось, то внизу. Да нет, это не... У меня сам телевизор сбивается это, в инпуте, то раз на HDMI 2, на HDMI у вас сбился, и вот приходится снова настраивать. Не, ну так вопросы. Я ж, ну, раз вы блоги ведете, значит, есть у вас темы какие-то. Ну, давайте уже вам поспособствуем. Темы, история, политика, футбол. Окей. Политика. Политика. Давайте, зацепим. Спрашивайте. Вы родом из России, естественно, да? Почему? Почему? Я вообще-то из Харькова. Из Харькова. Блин, интересно. Ну, хорошо. Вопрос по политике, да? Да. У меня такое ощущение, такое вступление легкое, что мы живем в глобальном мире, в котором, блин, паразитическая система поделила мир на сектора. Как лес, знаете, разделительные полосы, чтобы если в секторе пожар, то его легче было тушить. А когда не справляешься одним сектором, то пускай встречный огонь встречается и потухло, понимаете? То есть вот для этого создаются противоречия между секторами. И в случае, если возникает конфликт, буйные где-то там появились в каком-то секторе, то пытается сначала силами одного сектора все это потушить. Если не получается, включают эти противоречия, подключается второй сектор. Ну, наверное, но только это не сейчас, это уже лет 500 как система. Вот. Ну, я думаю, даже больше. Ну, так, уже там уже, наверное, побольше. Вот. И мы все спорим, да, о политике. На самом деле, блин, система работает, это нормально. То есть, ну, как бы... А что там они спорят? Все уже давно у них там проработано про это, да? То есть раз буйных уничтожили, потом еще идиотами их сделали, все, и на этом закончилось. Ну, где-то так, да. За кого, ну, такая хрень. За кого, если не секрет, голосовали? Ну, в первом туре за Смешко голосовал, а во втором пошел, блин, принципиально поставил против всех. Понятно. Как думаете, почему Порох проиграл? Ну, все-таки, мне кажется, что рельсы-то в пушку там было однозначно. Не, ну это понятно. У любого преза было, и у Кучма было рельсы в пушку, однако он второй тур выиграл. Я считаю, что Порох проиграл, потому что он абсолютно не играл на восточном электоральном поле. Он играл против Востока, а играл на Запад, хотя на Западе у него и так понятно. Мне кажется, нет. Почему? Потому что если бы он там на Восток рассчитывал, то в 2014 году он бы хрен выиграл с таким отрывом в первом туре. В 2014 году? А во втором туре, ну вот это, не во втором туре, а на вторых выборах,
Ну, такой отрыв 75, просто он достал своими фабриками, своими этим брехнёжами на каждом шагу. Мне кажется, из-за этого там не столько восточная это самое. Я скажу, что сейчас восточная более, блин, патриотичная, наверное, чем западная. Ну, не то, что патриотичная, а вот это такая, знаете, почему? Вот я с россиянами общаюсь, они меня говорят, ты знаешь, что сейчас западная Украина, говорит, самая адекватная, говорит, на всей Украине, да, то есть. Центральная и восточная там с ума подходили. Нет, ну, вот это слова россиян, да? То есть? Да, ну восточная не вся. В Днепре подходили с ума. В Полтаве, вот это вся. Это типа Харьков. Не, ну Харьков нормально. Я сам из Харькова, я же говорю. Харьков бывает. Ну, это... Харьков просто... Ну, Харьков просто... Там же много студентов. Это же... Там студентов на миллион населения раза в два больше, чем в Киеве. То есть суммарно больше студентов. Не, ну Харьков очень интересный город, да. То есть там много студентов вот, из центра Украины, они очень активны, поэтому создают такой шум, что якобы Харьков такой проукраинский. На самом деле это не так. Он проукраинский за счет этих всех приезжих студентов. Они активны, да, в отличие от местного населения. Тут спору нет. Где-то так. Ну да, эти ультрасы все харьковские. Да, это ультрасы, они все иногородние, ну на 60%, по крайней мере. И еще на 20 из Харьковской области. Там харьковчан-то процентов 20 из этих ультрас. Вот на то пошло. Вот так они создают фон. Вот. А как вы думаете, вот смотрите, вы же помните события в Украине 2014 года, да? Ну да. Вот помните, как Янук сбежал из Киева, с Майдана, в Харьков прилетел? Mm-hmm. Это было 23 февраля, по-моему, 2014 года. Почему? Вот он прилетел в Харьков в полной решимости был идти на съезд юго-восточных губернаторов. А в итоге он на него почему-то не пошел и срочно свалил в Донецк. Как думаете, есть у вас версия, почему он не пошел на этот съезд? Ну, команда поступила. От кого? Ну, с России, я думаю, куда он убежал. Ну, вот есть такая версия, что с России, есть версия, что с Запада. Есть версия, что... А с какого Запада? Если бы с Запада, то он бы, наверное, на Запад бежал, а не в Россию. Нет, ну, с Запада могла команда просто сказать, не ходи, иначе будет счета заблокированы, и все. Его ж не, ну хорошо, его а же... Россия такая дурная, что не видит, и сказала, слышишь, раз ты такой умный, то и вали на свой Запад, нет? Что же его принимать там? Нет, его ж никто не приглашал на Запад. Нет, ну вот это... Нет. Нет, зачем Россия тогда приняла, раз он по указке Запада действует, то иди на Запад. Россия приняла, чтобы играть на его легитимности, но что-то она плохо сыграла, в итоге так как вяло играла. Но дело в том, что это же было, запрещать ему идти на съезд, это было не в интересах России. Он пошел ему на съезд, и что бы было, если бы он пошел на съезд? Он бы пошел на съезд. Не, ну вообще я вам скажу честно, на секунду буквально. Вообще вопрос очень дохренный. Да, вот смотрите, он как бы ситуация развилась, он пошел на съезд. Вот все юго-восточные губернаторы, кроме Днепра, из Днепра не приехал, но приехал из Кировограда, из бывшего. Они бы, значит, подтвердили верность Гринуковичу. И, значит, образовалось бы вот эти из этих 11 областей, образовалось бы так называемая легитимная Украина, которая, поскольку он еще был легитимный президент. Ну, как в Сирии, короче. Да, а вот ваша часть там от Полтавы и западнее, они бы не признали власть Януковича, поскольку они уже против него были. Они бы образовали вторую Украину, но которую Запад тоже бы быстро признал. И тогда была вторая легитимная Украина. И, хорошо. И был бы без второй... Хорошо, при таком раскладе, да? Хорошо, при таком раскладе. Как же так Крым ушел, блин, вот так вот, без всяких, то есть его тупо слили же в Киеве, правильно? Ну, правильно, слили, да, но это уже потом было, когда Янукович уже из Крыма убежал. Ну да, немножко там это. Да. Ну да, как-то, блин, сценарий пошел совсем как-то неудачно. Вот если бы он пошел на съезд, никакой войны бы не было, был бы мирный раздел, как в Чехословакии. И было бы все, как говорится, окей. Никто не знает, что было бы на самом деле. Нет, ну вот как я вот представляю. Я не думаю, что было бы Чехословакия. Я думаю, была бы Югославия. Ну почему была бы Югославия?
Я же ну, потому что, вы же понимаете, что настроения были такие довольно боевые. Ну, как бы, на самом деле, ну, смотрите, то есть, ну, как по мне, да, как по мне, произошло следующее. То есть система, опять же, паразитическая система, когда ее служители начали опускать мусорники, посыпать мукой и закрывать, она дала сигнал СОС, то есть тревога. И вот эта тревога, значит, их там собрали на Майдане туда-сюда, видят, блин, ну масштаб не тот, уже перед, тут уже Майданом не отделается. Значит, как Иван Васильевич меняет профессию. Им, это, знаете как, надо, на шлях. Вот так и тут на Донбасс. Загнали их всех на Донбасс, загнали в котлы, и там тупо их расстреляли, эти все картины. Ну, понятно, вот. Что власти тоже они были опасны, поэтому их загнали в карантин. Кому, да, кому выгодно? Выгодно украинской системе, потому что избавилась от буйных. И выгодно России. Почему выгодно России? Потому что Владимир Владимирович сейчас показывает так пальцем. Говорит, вот видите, россияне, вот будете майданить, будет такая же хрень, как в Украине. И россияне говорят, опа, нам этого не надо. Блин. Ну все, видите, как красиво. Система. Все четенько. Да, да. Понятненько. Ну, да, приятно поговорить с адекватным, разумным оппонентом. Даже не оппонентом, в принципе, у нас и не особо... А у нас особо разногласий-то нет. С вами взгляд. Не, ну, ну, видите, будем надеяться, что, знаете, как это, все-таки жизнь идет, знаете, день сменяет ночь. Вот, и ночь сменяет день, то есть я думаю, что вот мы где-то уже в предрассветных сумерках, я надеюсь, что все это скоро завершится. Ну, и не то, что там Донбасс или что, а вообще, ну, то есть мир не будет так сходить в туман. Ну, понятно, понятно. Не, ну пороху-то что, это прекратить войну в Донбассе было расплюнуть, просто ему это было невыгодно. Иначе ну, перед выборами подключить еще миллионы для найти. Конечно, да. Иначе бы он во второй тур просто не вышел, тупо бы не вышел. Вот. А что думаете насчет Зеленского? Ну, а Зеленский пока не может прекратить, пока он в Раде не занял большинство его партии. Займет, я думаю, он прекратит. То есть, даст, то есть тупо выполнит Минские соглашения. Даст Донбассу особый статус, но без тех, которые Россия хочет, без права вето. Потому что это, в принципе, раздувается у Красми, и федерации никакого права вето нет у региона. Это мулька, чтобы не дать особый статус в отношении языка. Знаете, в чем опасность федерации в Украине? Если сейчас мы сделаем федерацию, мы и так, блин, на ладан дышим, грубо говоря. А сейчас, дай федерацию, это вообще бардак начнется. Я тут не согласен. Я считаю, что федерация снимет те проблемы, которые есть. То есть языковые проблемы она сразу снимет, потому что при федерации право определять язык, региональный или нет, это... Ну, вы представляете, Донецкий, да, право региона, да. Российские регионы, да, ну, относительно России, да. Сейчас они получат федерацию, и при подогреве правильном с Россией, что с ними будет? Нет, ну, они не имеют права влиять на внешнюю политику при федерации. Это только при конфедерации могут влиять. А ваши СМИ... Вот, чтобы отпугнуть от федерации, они говорят, что якобы Донецку хотят дать право вето. Не бывает при федерации права вето. Я живу в федерации, в Канаде. Я знаю, у Канады успешная федерация, вы согласитесь, да? Даже это больше, чем федерация. Классическая федерация Германия. В Канаде даже регион имеет право проводить референдум на отделение, что проводит Квебек раз в 25 лет, если вы слышали. То есть это... Продвинутая федерация, но все равно право вето в Канаде регион не имеет на внешнюю политику. Но зато в языковом плане полностью отдано на права региона. Регион определяет языковую политику до тонкостей. Федеральное правительство не имеет права вмешиваться вообще в языковую политику региона. Вот в принципе такое должно быть и в Украине. Тогда это снимет все проблемы языковые. Ну, возможно, если при таком раскладе, что никаких вот этих... Там умничание по поводу там, внешней политики. А внешней политики при федерации регион не имеет права. Он имеет право путем своих значит, депутатов в Верховной Раде это высказывать. Но это в унитарии то же самое. Он может прийти и сказать, то, что там за НАТО, против НАТО. Это он может в Верховной Раде. А в Раде, облраде он это говорить не может.
Так вот требовал порох там подтвердить, там, что Россия агрессор от этих, от горсоветов или от облрад. Какое свинячье дело облраде, кто там агрессор? Это не их дело. Или тем более горраде. Что порох опустил из-за того, что требовал от чуть ли не от этих самых, от районных. Не, ну, мне кажется, он в конце совсем с ума сошел. Вот это когда проиграл. Когда проиграл, это вообще началась какая-то вопня такая смешная. То есть он до сих пор ездит, он до сих пор ездит, по-моему, по этим областным там центрам, районам, каким-то. Нет, он ездит, потому что у него он пытается добраться. Я понимаю, но блин, понимаете, когда камеру отводят в сторону, а там стоит 20 человек, это, конечно, смешно. Ну понятно. Ну, это мстительная тварь такая, что он же. Принял этот укромовный закон, подписал за 3 дня до инаугурации Зеленского. Хотя он же тоже. Да? Укромовный должен... закон. Представляете, Запорожье, да? Одесса там. Ну, нам же нет, там просто нет украинского, понимаете? Нет, но дело не в том. Дело в том, что он особо не ущемляет граждан, он ущемляет работников, эмплои. Допустим, вот по этому закону в государственной клинике. Хирург с медсестрой должен разговаривать на мове, там, в Запорожье или в Харькове. А если хирург делает сложную операцию, у него там доли секунды на принятие решения, а он должен вспоминать, как будет там скальпель или нитка на мове. Говорить. Знаете, я жил в Ирландии, да? У них же вообще, короче, английский язык просто тупо везде. Ну, я знаю, да. Но на ирландском, короче, разговаривают, блин, пару деревень, грубо говоря, да? Но у них все госслужащие должны знать ирландский язык. Ну да, да. И это считается нормально. То есть, ну, как бы, извините, ребята, ну, как бы, вы живете в двухязычной стране, значит, вы должны знать два языка, как минимум. Второй вопрос. Ну, допустим, в Канаде это начиная от замначальника отдела полиции должен знать два языка. Ну, то же самое, видите, да. То есть, ну, как бы, извините. Вот я украинец пришел, там, блин, а полицейский языка не понимаю. Ну как? Ну нет, а я хочу так сказать. То есть они столько у нас копов не наберут, чтобы знали два языка. Это, они знают либо английский, либо французский. Но начиная от замначальника отдела полиции, он должен знать. А равно как и в бригаде, вот в бригаде копов на машине, там их, допустим, 4 человека, один из них должен знать французский. А, один, вот, ну один, тоже логично, да. Один из них, по крайней мере, должен знать французский. Слушайте, остальных, короче, он не понимает, сидит, да, в машине? То есть такой француз сидит? Не, ну если франкофон, а их вот сторон-то франкофонов, их намного меньше, чем русскоязычных, чем укромовных, чем итальянцев. Их почти нету здесь. Хотя в школе изучают, а он обязаловка французский в школе, это же госязык. Как предмета его изучают на базовом уровне, знают его все практически. Но вот если по-французски, с ним будут говорить из бригады, кто знает французский. А их практически, то есть французский там и не знают, да? Ну, в принципе, да. Ну, а там в Квебеке наоборот. Там один французский или в Нью-Брунсвике. То есть 2 провинции французских, остальные английские. Где-то так. Ну окей, ладно, приятно было побеседовать. Еще есть вопросы ко мне? Ну, я не знаю. Ну вообще, мыслите так очень адекватно. Ну, посмотрите, вы ж не... у нас очень позитивный разговор. Вы ж не против, если я его выложу в свой блог, да? Да, в принципе, что. Ну, просто я такой, знаете, на расслабонщики вещи провожу, то есть это самое, не знаю, насколько это вам. Нет, ну вы хорошо выглядите, у вас вид хороший, так что я думаю, нормально будет.